Стул раскладной турист. Володь, ну а ты чего, у тебя тоже он есть? Нет, у меня... Как-то нет. Я все взял, рассказал. Конечно, друзья, конечно, он у меня в кармане. Сейчас покажу, как я вот так легко и просто складываю в задний карман. Mm-hmm. Можно закрыть рубашечкой даже. И в общем-то, так вот. А зачем идешь такую красоту скрывать? Вот, иди сюда. Еще раз я просто покажу эту сценку. Вот ты, допустим, идешь ты по городу и видишь красивую девушку. Стой, красивая девушка просто стоит. Ты же не в кафе же ее вести. Нет, нет, вот сюда немножко подойди. Ты такой подходишь и говоришь такой, привет, можно познакомиться с тобой? Ты должна да сказать. Да. Вы познакомились, там провели вечер в кафе, все, и такой, все счастливо, созвонимся, все. И девушка уходит, и вы такой... Ко мне? Ну не в тебе, что просто уходит. Уходит девушка, а вы потом такой в электричку садитесь вечером и такой хопа! И такой хопа! И садитесь, в общем-то, спокойно разбирайте вот эту табуреточку, которая все время была в вашем кармане. Все абсолютно время. Легко складываете, и в общем-то, и поехали. Где-то на середине. Почему? Причем тут Алла? А потому что я, типа, крутой кавалер такой, который с девушкой знакомился, а на самом деле, смотрите, какой я практичный человек, который ездит в электричке на собственной табуретке. Где моя удочка, хочется спросить. Хочу я порыбачить, например, потому что этот стул незаменим у нас на рыбалке. Незаменим, например, где-нибудь в ваших походах. За грибами, за ягодами пойдете. Пожалуйста, возьмите с собой. Клюет, конечно. Накиньте на себя пледик. И сидите спокойно. Наслаждайтесь природой. Наслаждайтесь комфортом. Потому что этот комфорт теперь там, где вы этого пожелаете. Вы достойны удобного стульчика. А, Володь, сколько там на карниз поймал сегодня? Ну, да-да-да. Вот я ловлю на карниз, например. И у меня, посмотри, сом, огромный сом забрал мой карниз. Так, про карниз еще цену даже не сказали. Так, сом отложил, брат. Mm-hmm. Друзья мои, спасибо. Ну что, смотрите, какая красота. Вот эта шикарная табуретка, которая вот этот стульчик раскладной, который поместится в сумочку, поместится в карман, да. Который легко разбирается, легко собирается. И вы можете использовать этот стульчик, где вам только нужно. Да. По грибы пошли, сели, отдохнули. На рыбалку пошли, распаковали, поставили. А до туда еще надо ведь добраться на электричках переполненных. Да. Да, где место не всегда уступает даже людям взрослым, поэтому всегда у вас есть с собой отдельное вот такое VIP-место, не побоюсь этого слова. Скажи, ну насколько прочно это стульчик? Это очень прочный материал, потому что, посмотрите, во-первых, у нас основа, она выполнена из высококачественного металла, который у нас не подвержен ржавчине, не подвержен различным коррозиям. Ага. Ну и, опять-таки, посмотри, какие у нас крепкие ремни, да, как тетива натянута просто очень и очень туго, ну и, соответственно, сам материал высокопрочный полиэстер. Mm-hmm. Полиэстер у нас долговечный, износостойкий материал. Ничего никогда с этим стульчиком не случится, вернее, даже десятилетиями, а то и больше будет служить. То есть один раз приобретаем за 592 рубля, и потом всю жизнь пользуемся вот этой выгодой, пользуемся вот этим комфортом. И самое главное, что более 100 килограмм выдерживает этот стул. Представляешь, более 100. Более 100 килограмм, друзья, покупайте вот такой стул, тем более у нас дачный сезон начинается. Сейчас вы будете ездить на природы, будете ездить на шашлыки, и вот там, ну слушайте, для чего сидеть-то на сырой земле? Конечно. Можно же сесть на удобный стульчик, который вы легко потом в нужный момент просто даже в женскую сумочку. Понимаете, Алла, у тебя есть сумочка здесь? Я хочу посмотреть, как в твоей сумочке нет. Не, ну, вот плохо, что у тебя здесь нет сумочки. А то бы показали, как мы легко сложили, и в общем-то раз, зачем сумочку? Да, и посмотрите, у нас есть здесь три деления, соответственно, мы еще и можем регулировать по размеру, да, нашу площадь, так сказать, нашего стульчика. Кому как нравится. Один сплошной комфорт. Самое главное, легко разложить. Легко разложить. Опять-таки, посмотрите, вот так. Одним легким движением мы приобретаем, самое главное, легкий стульчик, ну и наслаждаемся комфортом. Володя дефилирует, показывает вам, как мало места занимает этот стул. Если особенно в дороге. А дома, так он вообще практически будет незаметным. И карманный стул. Представляете, по сути, карманный стул. Знаешь, вот сейчас некоторые модницы, они любят ходить с собачками вот так вот в руке. Да. А мы предлагаем с вашим, своим стульчиком, да, сходить со стульчиком, друзья мои, сходить со стульчиком, и в любой момент вы можете под свою чудесную попочку его подставить и на нее отдыхать. Чудесная попочка. Я думаю про девочек. Да, правильно, правильно, дорогие друзья, я тоже думаю о вас. Ну а детям, например, которые смотрят сейчас наш эфир, я советую подумать о своих родителях, да, о пожилых людях, о бабушках, о дедушках. Приобретите для них, посмотрите, как легко, комфортно. Они легко справятся с функцией, с
сбора и разложения, например, этого стульчика. И самое главное, что много денежек не потратите. Всего 592 рубля. 592 рубля. Обратите внимание, 298 – это выгода, друзья. 12-296. Сегодня раскладной стул «Турист» по такой невероятной низкой цене. Звоните, торопитесь. Разгребают моментально. Вот, смотрите, один разгреб. А то, что ты на них сидишь, ты пытаешься все продемонстрировать, что меньше 100 килограмм. Я в лето.